Дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами снимаем опять же серию по моему аккаунту, на котором я буду качаться на М0 вооружении до максимального звания, то есть это звание легенда. Опять же, ребята, по предыдущим лайкам, просмотрам, я вам понял, что данная, в принципе, тема вам довольно-таки нравится. Хоть много было там и недовольных людей, типа, да, Вайдер, зачем тебе это надо, блин, это будет вообще не скучно, не интересно слушать, как, блин, тебя нагибают, как вот это все у тебя происходит. Там много было, конечно, недовольных, но большинство было прям очень-очень за и поддержали меня эту тему. Точнее, поддержали эту тему и, соответственно, меня. За что вам, ребята, огромное спасибо. Вот, вообще, отдельный респектос. Там набрали практически косарик лайков. За это вам, опять же, ребята, большущий огроменный респектос. Вот, кому не впадло, опять же, можете и на этом видосике лайк поставить. Мне будет очень приятно. Смотрите. Я же в начале ролика вам опять показал свои званочки. И, в принципе, серии на этом аккаунте, ребята, будут выходить у нас не настолько часто. То есть сейчас пока у нас зван нет, ну, такие, знаете, лайтовые, маленькие. Я буду здесь сразу вставлять по несколько званок. То есть это звание, допустим, того же самого, который вот эти, я прошел сержантики там дошел до первого сержанта. То есть сейчас, на данный момент, где-то до первого ворота. О, голд, нормально. Вот, до первого ворота я, ребят, скорее всего, буду вставлять по три звания. То есть, вот это звание, сейчас потом следующее. И видос я уже получу сам, следующий видос уже, когда я буду получать первого ворота. Вот, чтоб, так сказать, вам не смотреть действительно мою вот унылую вот эту игру на М0, я, ребята, только в эти серии буду вставлять исключительно интересные моменты. Вы, ребята, об этом забываете. То есть здесь либо будет званка, либо там какой-то жесткий нагиб, либо там какой-нибудь тупо грабеж какой-нибудь фонда, что очень-очень здраво. Вот, поэтому, ребята, скучно здесь, по-любому не должно быть. Ох, так мы еще и голдик отжимаем. За это, мне кажется, однозначно стоит завести лайкос под данный видосик. Вот, и пока, то есть я... Блин, пока, то есть я вообще не ощущаю. То есть пока то, что я, блин, что на М0, что на М1, то есть, такое, знаете себе, вроде пока не трудно. Мне там говорили некоторые люди, типа, Вайдер, а ты попробуй зайти, как бы, не к сержантам, да, на котором ты играешь, а попробуй зайти к воронтам. И, в принципе, ребят, сейчас зашел ко вторым воротам, единственная такая более-менее нормальная подходящая битва, которую я смог найти, которая была на серваке, потому что, блин, на таких диапазонах очень сложно искать карты. Там либо какие-то зимние карты, которые мне уже, если честно, надоели, и даже когда я играл летом, я как бы летом не успел насладиться теми самыми летними картами, и это просто вообще забей. Блин, я не знаю, потому что мне как-то больше по душе именно такая летняя атмосфера, зима, там все сильно белое, все такое пестрое, прям яркое, да, прям вообще не нравится, ребят, тоже кому нравятся летние карты, плюс оните в комментике, посмотрим, посчитаем, сколько вообще у нас таких людей. И вообще, что у нас будет по прокачке этого аккаунта? Опять же, ничего я абсолютно не буду себе здесь покупать М1. Кое-что у меня уже есть, ребята, по прокачкам до М1. Это вот как раз-таки Викинг и Гром, который я себе вкачнул. Вроде-то я себе там вкачнул еще пару вещей, что тоже довольно-таки здраво и неплохо. То есть мне будет качаться чуть-чуть попроще. Но все-таки вы, ребята, забываете главную фишку и особенность сие аккаунта. То есть это не суть, да, вот взять именно челлендж, прокачаться на М0, там, чтобы вот прям у тебя МПК ничего не было, нифигашеньки не было. Нет, ребята, эта суть как раз таки заключается в том, чтобы у меня рейтинг был просто, знаете, ахих, какой днищенский. Потому что, например, смотрите, я играю на М0, и чувак там на более высокий диапазон, там, допустим, на том же самом генерале, скажет: ты слышь, вообще днище, ты что здесь забыл, иди переоденься на нормальное вооружение, типа не мульти. Я ему буду писать: братан, у меня нет нормального вооружения, М0, то есть это
единственное, на чем я могу покататься. Он типа, да ты что меня заливаешь, брешешь. И херак заходит в мой профиль, а там реально, как бы, у чувака все им ноль. И это, на мой взгляд, очень здраво и очень круто. Ой, спасибо тебе за звездочку, братишка, большое. Ну вот, кстати, еще, ребят, такая одна положительная особенность сия аккаунта, то есть все абсолютно заявки, которые вы мне отправляете, ребят, на этот аккаунт, я сегодня принял решение именно на стриме, я вас буду принимать. То есть, кто хочет, ребята, welcome, пожалуйста, отправляйте на этот аккаунт свои заявочки. Никнейм я, скорее всего, тоже оставлю в описании, потому что многие, я не знаю, не знают, как пишется мой аккаунт. Очень сложно им переписать, как бы вот эти все буквы, они прям, Ватер, напиши, слышь, пожалуйста. Поэтому, как бы, никнейм тоже оставлю в описании, чтобы вам было максимально проще. Но, опять же, ребята, я повторяюсь, если вы будете заходить против меня в команде, и в команде контролить исключительно только меня, то есть, то, знаете, я вас могу просто ужух и удалить, как бы так. Поэтому, ребят, не нужно такое творить, будьте более-менее адекватными людьми и не хулиганьте, все-таки не хулиганьте. Так что перед тем, как зайти против меня в команду, 10 раз подумайте, а надо ли это вам. Вдруг я вообще там буду жестко сильно бомбить, там команда будет полностью дныре и мне нужно будет тащить просто как батьки. Вот, а вы будете в команде против и, соответственно, вы просто тупо попадете под горячую руку. Конечно, мне этого не хочется делать, я человек сам по себе как бы добрый. Вот, но опять же, все, думаю, прекрасно все должны понимать, что такое игровые эмоции, что у тебя происходит именно в момент, когда ты вроде бы сливаешь, вроде бы тащишь, вроде отдаешь вообще всю свою душу в эту битву, а в итоге твои, я не знаю, либо союзники, либо враги прям очень имбовые, прям очень круто играют, у тебя нифига не получается, и ясен фиг, у тебя будет бомбить. Вот, поэтому как-то так. Принимаю всех, потому что просили меня очень много, типа, Вайдера, сделай какой-нибудь аккаунт, на котором ты будешь играть, и на котором будешь принимать абсолютно всех людей. Вот, ребята, вам, пожалуйста, такой аккаунт. Мне, в принципе, на ОП здесь глубоко насрать. Вот, единственный плюс и фишка данного аккаунта заключается в том, что мне нужно качаться, и нужно качаться как минимум... Ну, довольно-таки неплохо, потому что не хочу я сидеть, знаете, вот на воронтах, потому что вот было тоже очень много комментариев таких, типа, по типу, блин, чувак, ты без доната аккаунт забросил, и теперь хочешь, блин, прокачаться вообще на М0-ом. Да, ребята, я хочу прокачаться на М0, потому что без доната, я вам отвечаю, ну, эта тема не моя. То есть, есть куча других ютуберов, которые эту рубрику хорошенько снимают, ребята, я ничего против не имею, все четко, все круто. Но это не моя, так сказать, поляна, не мое, то есть без доната это совсем как-то играть скучновато. Еще где-то, когда я был маленьким мальчиком, где лет 16-17, вот, я там еще мог там поиграть без доната, это было интересно, да, это было круто, там нужно было очень много играть, там нарку экономить, это было тоже здраво, потому что денег тупо не было, вот, ну, а сейчас, да, тем более такой у нас баланс в Танк Онлайн, что, блин, без доната, по крайней мере, мне, ребята, играть вообще очень скучно, я не говорю, что это невозможно, это возможно прям на все 100-200%, Ну, мне, ребята, играть скучно, я не понимаю почему, потому что я привык нарку как бы тратить на своем основном аккаунте, может быть еще что-то в этом духе, но мне, я когда захожу на аккаунт свой без доната, который геморрой, у него там ник, мне настолько становится скучно, мне прям хочется побыстрее выйти с этого аккаунта, хочется вообще закрыть танки онлайн и не играть, поэтому как бы рубрик именно по без донату у меня практически не выходит, там записал пару-тройку видосов и на этом в принципе у нас все. Это окончательная такая, я так думаю, линейка. Ну, может быть, я не знаю, у меня там настроение будет. Я все-таки в какой-то веке попытаюсь записать все-таки эту рубрику, этот видосик, попытаюсь прокачать свой аккаунт. Но это, опять же, ребята, я вам вообще ничего не обещаю, потому что, как говорится, на том аккаунте мне играть скучно. Даже на этом аккаунте, на котором у меня М0, кстати, мы в битве затащили вообще здраво. Вот, даже на этом, ребята, аккаунте у меня М0 вооружение. Но... Мне интересно играть. Я фиг его знает почему, но мне очень сильно интересно играть. Поэтому как-то так. Ладно, не буду сильно балаболить. Кому понравился, ребят, видос, обязательно завозите свои лайки. Также не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами был Вайдер. Всем пока-пока.